Так, запись включил. Ну что, желающие появились. Я уже хотел заниматься самостоятельно. Добрейшее утречко. Сегодня активная практика. У меня йога-поход сразу же за практикой. Прямо вот я живу за городом, у меня от дома начинается тропа, и мы идем с ребятами по лесам, по озерам замерзшим, по зимнему, в зимний йога-поход. Поэтому все коротко будет, но очень объемно. Давайте сразу же встаем. Встаем. Ножки, ширина таза. Начнем с разминочки. Ладошки на живот. И чувствуем вот в область пупка. И чувствуем свои ладошки, чувствуем воздействие ладоней на брюшную полость. И по часовой стрелке начинаем двигать. Представьте, что на ладонях такой энергетический шарик. У нас есть тактильное взаимодействие. И вот этот такой энергетический шарик, и мы им как губкой собираем, сжигаем в этом сиянии вот этой энергии светлой. Все, что нам не нужно. Брюшная полость мы знаем, наверное, да? Это фактически тут половина органов жизненно важных находится, лимфоузлов, нервных окончаний. Давайте крутим по часовой стрелочке. Крутим, крутим. И находимся в этом движении, находимся. Что я сейчас делаю? Глажу живот. Что я сейчас делаю? Стою. Считываем ощущения. Ощущения, осознаем то, что сейчас происходит. Важно быть в моменте вот в этом. На пупок остановились, пупки остановились. И против часовой стрелочки маленькими вкручиваниями в тонкий кишечник, в пупок. Вот в самый пупочек вкрутили. Хорошо. Убрали руки, почувствовали, что здесь происходит сейчас. И теперь вот такими ладошками начинаем обжимать талию от ребер до крыльев бедер и ребер. Вытягиваемся, чтобы у нас тут больше расстояния было. И мы от спины, от мышц, квадратных мышц поясницы до такого сжимания живота. Обжимаем живот внизу под ребра солнечное сплетение. Мы таким образом диафрагму, вот здесь место, воздействуем на диафрагмальную мышцу, проминаем ее внутренние органы различные вниз. До лобковой косточки. Хорошо. Остановились, почувствовали. Все время что-то меняется, чувствуем. Пальцы рук сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем. Разжали, вверх-вниз, вверх-вниз. И по кругу, в одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Большие пальцы внутрь, кулачки. Покрутили, теперь почувствовали вот это ощущение в запястьях, в мышцах. Запястных. Ага. Хорошо. Раскрыли ладошки. Покрутили вот так. Почувствовали плечи, локти. Плечи, локти. Хорошо. Стряхнули. Голову вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх.
Вправо повернули, влево. Активно двигаемся. Хорошо. Боковые вытяжения. Вправо, влево. Пальчиками в пол тянемся. Пальцами на руках. Хорошо. Опустили голову. Круговые движения. Раз. Два. Смотрите, подключаем весь позвоночник. Три. Весь позвоночник. Руки на пояс можно. Четыре. Пять. Шесть. Другую сторону. Раз. Сначала шея. Потом с грудным отделом. Два. И с поясничным. Три. С тазобедренными суставами. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Таз круговые. Движения в одну сторону. Другую сторону. Хорошо. Сгибаем колено. Колено вверх. Ага. Сзади. Держим пяточку к ягодице. Можно наклониться. Потянуть колено вверх. Хорошо. Тряхнули. Вторую ножку. Подержали. Колено вверх. Сзади зацепились. Стоим на одной ноге. Равновесная позиция. Баланс. И пробуем. О. Пробуем коленом уйти вверх. Хорошо. Встряхнули. Подкрутили тазобедренным. В другую сторону. Раз. Вторая нога. В другую сторону. Так. Встряхнули. На носочках поднялись, на пяточках, на носочках, на пяточках. Покатались. И на носочках так попробуйте, как бы выпрыгнуть. Так, хоп, на носочках. Хоп, вверх, вырастая. Макушкой вырастая. Вырастая. Хорошо. На внешние ребрышки встали, натянули их. Можно походить. Внутренние, внутренние, внешние, внутренние. Поперечную арочку покатали. Хорошо, пальцы растопырили. Большой палец вниз, остальные вверх. Поменяли большой вверх, остальные вниз. Меняем, меняем. Большим пальцем вверх, вниз, остальными вниз, вверх. Большой палец и мизинец вниз, остальные вверх. Вот попробуйте встать на большой палец, пятка, большой палец, мизинец, остальные вверх. Хорошо, теперь сжали, разжали, сжали, разжали. Двигаемся. Весь коврик нужно пройти, научиться. Сжимаем стопу, проносим пятку вперед. Сжимаем стопу, проносим пятку вперед. Пяточкой стучим в пол. Хорошо.
Постучали, постучали, постучали. Остановились, стучим. Вибрационная гимнастика. Ровная спинка. Центр головы, центр грудной клетки, центр таза соединяем в одну линию. Обязательные ежедневные вот такие упражнения будут поддерживать наше физическое тело в порядке и ментальное, эмоциональное. Давайте почувствуем, что поменялось. И из таза вот такие скручивания запускаем. Пустые рукава. Хорошо. Остановились. Нам нужно каждый выдох делать втягивание живота. Помним, во время практики, во время движения, во время вот этих виньяс, сурья намаскар, каждый выдох, выдохнули, втянули. Даже если мы не в наклоне, а в планке, тоже пробуем стенку живота поджать. Учимся создавать давление там, вакуум. Давайте, вдох, выдох, втянули, вдох. Следующий аспект уджая. Поджимаем горловую щель, выдох, втянули, можно ладошки на бедра, вдох, выдох. Тянули. И продолжаем в этом же духе. Вдох. Ладошки перед грудью. Выдох. Тянули живот. Руки через стороны вверх. Вдох. Сурья намаскар в потоке будет. Выдох. Тянули. Вдох, посмотрели вперед. Выдох, чатуранга. Тянули. Вдох, собака головой вверх. Выдох, собака головой вниз. Тянули живот. Вдох. Еще 4 втягивания живота. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Отталкиваемся руками. Выдох. Тянули живот. Посмотрели вперед. Вдох. Смотрим вперед, подшагнули ногами. Выдох, наклон. Тянули живот. Согнутые ножки, руки через стороны вверх. Вдох. Вытянулись. Выдох. Ладошки перед грудью, втянули живот. Вдох, ножки присогнули, поза стульчика. Выдох. Тянули живот. Посмотрели вперед. Вдох. Отшагнули двумя ногами. Выдох. Чатуранга. Тянули. Перекатили через пальчики ног. Вдох. Перекатились обратно. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Ой. Правой ногой шагнули вперед. Левая пятка в пол. Вдох.
Посмотрели на пальчики. Выдох. Планка. Тянули живот. Вдох, собака головой вверх. Собака головой вниз, выдох. Тянули живот. Левой ногой шагнули вперед. Пятка в пол. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Планка. Втянули живот, вдох. Выдох. Втягиваем живот. И дальше 5 дыханий животом с вакуумом. Вдох. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Попробуйте агнисардхауки сейчас сделать. Стенкой живота подвигать. Выдох. Тянули. Двигаем. Хорошо. Двумя ногами подошли вперед. Вдох. К рукам. Потянулись вперед. Выдох. В наклон потянулись. Ножки согнули. Стульчиком сели. Вдох. Выдох. Исходное положение. Тянули живот. Хорошо. Стоим. Вдох-выдох. Наблюдаем, что поменялось. У нас после вот этих всех втягиваний вот здесь должно все так загораться. Все это место. Важный аспект и для поддержания тела. Вот я массажи делаю, и часто, пока с животом не разберешься, спину не отпускает. И не только поясницу. То есть пока вот здесь не разберешься, соответственно, наши вот эти втягивания живота, это очень хорошая профилактика и состояние позвоночника, в том числе. Я уж не говорю про сердечно-сосудистую, про мышечные все ткани, про пищеварение. А вообще пищеварение – это наше все, да? Мы же рождены уже в таком теле, которое должно дышать и кушать. Это наша основная привязка, основная зависимость человеческого тела от человеческой формы жизни на Земле – это зависимость от воздуха, зависимость от питания, чтобы у нас поддерживался метаболизм. Да? Что такое метаболизм? Это вот эти химические реакции, которые происходят в организме. Как на аниво происходит двух видов, как высвобождение энергии, так и захват энергии. То есть нужна энергия для того, чтобы там двигаться, и высвобождение энергии для того, чтобы жизнедеятельность происходила, чтобы вот это тепло было, ну, в общем-то, все функционировало. Поехали дальше. Так, смотрю на время, нам надо подышать еще сегодня, короткие пранаямы сделать. И я сразу же в поход, вот я кто опоздал, рассказываю, у меня вот прямо напротив окна калитка в портал в лес, в Колтушские высоты называется. Экологическая тропа. Руки через стороны вверх, вдох. Наклон, выдох. Втянули живот. Отшагнули. Давайте левой ногой. Вдох. Ручки вверх. Выдох. Планка. Тянули живот. Уже верхняя с прямыми руками. Вдох. 8 точек. Колени, грудная клетка, подбородок в пол. Выдох.
тянули живот, кобра вдох, собака головой вниз, выдох, втягиваем, левой ногой вперед, вдох, ручки вверх, выдох, наклон, вдох, стоп. Я каждый раз втягивание живота проговаривать просто устаю, поэтому давайте вдох. Выдох. Попробуйте, вот, чтобы привычка была. Выдохнули. Выдохнули. Хорошо. Сейчас мы еще с брюшной полостью поразбираемся, когда пранаяму будем делать. Руки через сторону вверх. Да? Наклон, выдох. Правой ногой назад. Вдох. Выдох. Данда асана, планка с прямыми руками. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Вдох. Выдох. На носочках встали, вдох. Таз влево, выдох. На носочках встали, вдох. Таз вправо, опустили прямые руки, выдох. Похрустели позвонками, вдох. Пятки в пол, выдох. Правая нога вперед, вдох. Наклон. Выдох, ножки вместе. Руки через стороны вверх, да? Выдох. Следующий вариант, акцент на тазобедренные суставы. Вдох. Наклон, выдох. Тянули живот, напоминаю. Посмотрели вперед, да? Отшагнули в чатуранга. Чатуранга данда асану. Нижняя. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Левая нога вверх. Вдох. Посмотрели вперед. Шагнули колено вперед. Выдох. Положили колено. Колено смотрит чуть-чуть в сторону. Внешнюю. Вдох. Потянулись. Задняя нога прямая. Выдох. Опустились. Все, отпустили. Втянули живот. Вдох. Выдох. Втянули живот. Хорошо. Правый локоть в пол. Пробуем с локтя. Если с локтя мы достаем, остаемся здесь. Если нет, прямая рука, угу. Вдох, выдох, поменяли руки, вдох, выдох, хорошо, шагнули вперед, вот таким образом сидим, обе половинки таза на полу, левой рукой захватили, вдох. Развернулись. Выдох. Хорошо. Перекрестили ладочки. Отшагнули. Вдох. Планки. Выдох. Тянули живот. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Правая нога вверх. Вдох. Колено вперед, выдох. Потянулись вверх, вдох. Наклонились вниз, выдох. Руки расслабили, плечи расслабили, вдох. Выдох. Втягиваем живот. Левый локоть пол, правая рука, вдох. Или прямая.
Выдох. Получили удовольствие. Поменяли от вот этого приятного вытяжения. Хорошо. Ножку вперед. Захватили правой рукой. Развернулись. Вдох. Выдох. Хорошо. Ножки в бабочку. Вдох. Руки сзади. Выдох. Еще ножки в бабочку. Вдох. Выдох. Втягиваем. Отпускаем живот. Левой рукой толкаем кожу. Вдох. Толкаем кожу так, чтобы вот здесь в паху натянулась кожа. Ага. Правой рукой. Вдох. Выдох. Тянули живот. Руки на пальцы ног. Вдох. Прямая спинка. Выдох. Тянули живот. Вдох. Толкнули живот. Выдох. Тянули живот. Вдох. Посмотрели вверх. Выдох. Посмотрели вниз, ушли в наклон. Хорошо. На пальчики ног встаем. Вдох. Пробуем на сесть седалищными буграми на пяточке. Выдох. Хорошо. Отшагиваем собаку головой вниз. Вдох. Выдох. Двумя ногами подходим. Вдох. Смотрим вперед. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. И через стороны вниз. Выдох. Отшагиваем одной ногой назад. Так, чтобы было удобно. У меня левая нога. Ножки. Прямые, таз подвернули, вот. То есть прогиб убрали, подвернули таз. Руки в стороны. Хорошо. Опускаемся вниз. Раз. Висим, вдох. Выдох. Висим, вдох. Помним животик, выдох, втягиваем живот, вдох, выдох, к левой ноге, левую ножку вдоль левой ноги вытянули, вдох, выдох, тянули, вдох, выдох. Тянули. К правой ноге. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Хорошо. По возможности пяточки захватили. Опустились головой вниз. Сделали вдох. Выдох. Тянули. Поднимаемся. Ножки. Раскрываем колени в стороны. Пальцы ног в стороны. Локтями упираемся в колени. Позвоночник параллельно. Давайте руками. Позвоночник параллельно полу. Втягиваем живот. Поднимаемся вверх.
Руки или на коленях, или на масте. Давайте еще. Таз толкнули, провернули здесь. Толкнули. Хорошо. Опустились параллельно полу. Левое плечо вниз, правое вверх. Посмотрели вверх. Вдох. Выдох. Втянули живот. Поменяли. Вдох. Выдох. Втянули живот. Поменяли. Вдох. Выдох. Втянули живот. Поменяли. Вдох. Выдох. Втянули живот. Поднимаемся. Подшагиваем начало коврика. И наблюдаем, что у нас произошло. Сейчас ноги ширина таза. Достаточно будет плотный по интенсивности, плотный цикл коротких пранаям. 3 или 4 подхода всего будет. Первый подход будет капалабхати бхастрика. Задержка после вдоха, задержка после выдоха. То есть после вдоха у нас будут телодвижения различные. На вдохе, на полном вдохе. На выдохе со звуком, выдох со звуком ха, помним, да? С языком. И с глазами вверх. Кинули живот, манипуляции с животом. Я буду все говорить, что делать. Давайте сразу же поехали. Капалабхати. Раз, секунду. Мощнее. Хорошо. Хастрика с руками. Выдох. Вдох. Хорошо. Вдох. Не дышим, надули щеки. Плечами вверх-вниз. Да, вдох. Выдох, втянули. Втянули живот. Отпустили живот. Ноги вместе. Уджайи. Дышим и двигаемся. Вдох. На носочках поднялись. Выдох. Вдох. На носочках поднялись. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Выдох. Если появляется головокружение, что делать? Подбородок на грудную клетку и присаживаемся. Или, если это контролируемо, то стараемся это проконтролировать. Что значит контролируемо? Мы не теряем сознание. Очень важно, я не вижу, кто что делает, но на занятиях пару раз приходилось прихватывать, чтобы человек не упал. Очень аккуратно, если вот у меня вот есть тумбочка, очень аккуратно, чтобы куда-то
То есть при первых признаках головокружения садимся, отпустила, пошли дальше. Может быть, каплахати. Чуть побыстрее. Мощнее. Хорошо. Хастрика вот с такими движениями. Выдохнули, зажали ноздри, сделали вдох. Большими пальцами ноздри зажимаем, сделали вдох. Надули щеки, опустили подбородок. Не дышим. Приседания. Отпустили. Да, вдох. Выдох. Агнисара Саути. Ножки вместе, отпустили живот. Вдох, уджайи. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Наблюдаем. Почувствуйте, что меняется в грудной клетке, в животе, в голове, в плечах и так далее. В состоянии ума, дыхания, прана-яма напрямую связано с нашей энергетизацией и состоянием структур головы. Третий подход. Капалабхати, быстро это пока. Хастрика животом. Вдох. Надули щеки. Хлопаем себя по лопаткам. Да, вдох. Выдох.
Ножки вместе. Вдох. Выдох. Руки в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Наблюдаем. Садимся. И ягодицы назад. И сейчас несколько, пару минут дышим. Полное йоговское дыхание, живот, ребра, ключицы. Полный вдох, полный выдох. Считаем секунды. Примерно сколько у нас вдох, сколько выдох. Выравниваем дыхание. Вдох равен выдоху. И начинаем увеличивать. Вот мы сейчас продышали все. Начинаем увеличивать длину вдоха, длину выдоха на свой максимум. Вспоминаем про улыбку Будды, дышим, добавляем вот очень важный элемент, внутренняя улыбка. Очень важный элемент для того, чтобы нам дальше идти в день. Это меняет самочувствие, меняет состояние психоэмоциональное. Один простой элемент. Вот проявите интерес к себе, понаблюдайте, как вот это дыхание происходит, как улыбка влияет на состояние. И чем чаще мы обращаемся к своей внутренней улыбке, тем больше, скажем, закрепляется навык. Навык, да, у нас навык как появляется? Повторение. Нервную систему тут не обойдешь никак, повторение, и нейрончики гуляют по одному пути, раз, два, три, четыре, и появляется такая по-моему, она называется рефлекторная дуга или что-то еще, может быть не так, неважно, появляется путь, проложенный в определенном направлении, например, в ощущениях от улыбки. И мы начинаем реагировать на внешние стимулы, на внутренние стимулы. Сначала улыбкой, а потом уже из этого состояния действуем. Появляется такая мудрость. Не автоматическое реагирование животное, а осознанная реакция на те события, которые происходят. Хорошо, я самостоятельно эту шавасану сделайте. Шавасану самостоятельно. Я вот сейчас хочу показать. А, наверное, не очень видно. Вот у меня тропа начинается. И
Через полчаса у нас уже йога-поход. Сначала осознанное чаепитие будет, потом тоже медитация, пранаяма, и мы идем в лес в поход. Вот кто в Питере бывает, кто из Питера, присоединяйтесь как-нибудь. А не редко, но вот сейчас вот буду регулярно делать походы. Уже 4-й год. Спасибо. Благодарю за прямой эфир. Лена, Таня, Оля, Катя, видел, подключалась. Нас немного, но мы сила. Все, делитесь с друзьями. Пока. И обратную связь по возможности тоже давайте. Для меня это важно. Услышать, что, как и что влияет практика, и что может быть добавить, убавить там. Ну, какое-то свое мнение или, ну, или хотя бы смайлик. Хорошо, спасибо.